Да, вот эти ионы ясо э, заходят. Ну точнее, йоны и рели скорее. Ясо все-таки у нас пока что так. Давайте быстренько к нижней линии э, перейдем. Посмотрим, что у нас тоже там по популярным пикам. Хай... Welcome, 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 дорогие друзья. Тут какая-то ахинея происходит. А эта ахинея называется, что чемпионат Европы сегодня стартует. Уже через 15 минут. Вот он, настоящий кринж выключен. И включен настоящий Лига Легенд представление европейское. Где сегодня G2 против команды Mad Lions будет играть. Где сегодня будут встречаться, наконец-то, команда Фанатик с другими своими соперниками. Без уже Рекласа. Потому что Реклас, вы знаете, ушел в команду как как раз G2, и вот а, здесь ребята сейчас будут представлять а, все коллективы, вон он Рекласс, ну а знаете что, мистер Перкс уехал, уехал уже в Америку, и там он играет, и помимо этого сегодня я решил вам рассказать предстоящий матч американский, там же сделать prediction, все в одном этом видео, так что давайте а, по порядку. Первое, что у меня здесь закладочкой висит, это... Корейский чемпионат, который представляет из себя что-то непонятное, а именно, только одна команда смогла пройти первый круг, первые два, вот, можно сказать, четких таких круга, это команда Джинджи. Они сделали 3-0 на этой неделе, у них еще одна игра осталась. По итогам вот этого всего э противостояния двухнедельного я сделаю новые оценки всем коллективам корейским, потому что они уже повстречались все почти что друг с другом, и можно будет определить, кто на что гораз. Но можно отметить, что команда Т1 тяжелая неделя выдалась. Им предстояло играть против команды Damon Gaming и GNG. Обеим этим коллективом они проиграли 1-2-1-2, но с трудом победили команду Hanhwalife 2-1. Если они выиграют на этой неделе команду Caterostars 2-0, то тогда моя оценка будет команде Т1 очень высокая. Это все еще команда номер 3 чемпионата Кореи. Но меня удивляет, конечно же, Отсутствие духа боевого команды Африка Фрикс. И также удивляет меня присутствие духа боевого команды Драгон Икс». Африка Фрикс ужасно отыграли. У них на этой неделе еще остался матч против ДК. Ну, наверняка они там проиграют. Хотя, вы знаете, что Дамвоны вчера проиграли команде Брайнов 0-2. И этот завтра матч мы, скорее всего, будем смотреть, как и будем смотреть воскресные матчи Кетростерсов против команды Т1. Джинджи против команды Хенхвалев. Но это все без предикшенов. Это я просто вам рассказываю то, что произошло. Может, вы что-то пропустили. Смотрите это в записях на YouTube. А вот переходим к Европе, где стартует сегодня. Первая игровая неделя. У нас вообще Европа за 8 недель собирается отыгрываться. И будет у нас Супер Уик номер 1 и Супер Уик номер 8. Все остальные недели получается, по 2 матча. И на этой неделе я поставил. Ой, спойлер вам по Америке. <laughs> я поставил prediction, пока только на первый игровой день. Хочу посмотреть, как ребята отыграют. И сегодня, я думаю, что Mad Lions победят команду G2, Австралийцы победят СК, РГЕ. Роги победят XL. Виталики проиграют без шансов. Шальки 04, и фанатики. Fnatici должны будут удалить мисфитов. Если нет, тогда, ну, конечно, грустно для команды фанатик, для их фанатов, потому что мисфиты не такой уж и опасный коллектив. Если они даже их победить не смогут, то вполне есть вероятность, что они будут где-то ну, внизу таблицы тусить, бороться за плей-офф с трудом, потому что мисфиты, вы знаете, тоже свой состав немножко поменяли. Ну, немножко это громко сказано. Очень сильно поменяли. И те игроки, которые пришли, вряд ли себя представляют каких-то надежных, сильных игроков. Ну, иначе бы мы про них всех слышали. Они даже Солокута нигде не отметили, следовательно, это пустышки, а не бойцы. Но это так, просто prediction. Сегодня я решил, почему, вбросить его по Европе, чтобы. Посмотреть, сколько я угадаю результатов к концу сезона. Буду завтра, скорее всего, после как раз -таки сегодняшней игровой Америки. Завтра будет Дайджес на Америку предстоящую. И там же я закину на сразу два дня оставшихся всю Европу. сегодня на один день решил сделать, чтобы посмотреть. Может, я вообще ошибаюсь в игроках. Может, Занзара ну, бухой придет сегодня на партию за команду Астралис. Вообще ничего делать не будет. Либо тот же самый Реклас скажет. А знаете, я сегодня решил Жанну свою Выкатить и буду всю неделю выкатывать свою Жанну. Ну и тогда, конечно же, надо результаты все эти менять. Хотя, как раз таки, команде G2 я поставил ниже позицию. я считаю, что медлайнсы сегодня их должны одолеть, потому что это более собранный коллектив и корзин никогда не уступал Реклсу по индивидуальным перформансу. Ну а давайте идем теперь в Америку. Америка у нас LCS 2021 локин у них отдельный турнир на 150 тысяч призовых долларов. Причем здесь написано, что только первое место это получает, а остальные команды не получают ничего. Ни команды, которые точно уже ничего не получает. Это команда контрлоджи logic Gaming. Благо они больше и не играют. Следующий матч, как вы видите, будет уже четверть финала. То есть сегодня заканчиваются отборы по группам. И напоминаю, что здесь у нас первый с четвертым играет, второй с третьим и так далее. Группы разные друг против друга. Соответственно, можно вроде как подтасовывать себе соперника, но какая разница на кого ты попадешь, тем более, что не знаешь, как остальные 100% сыграют. Поэтому мой prediction был вот таким. А именно, Dignitas проиграет сегодня команде Cloud9. Dignitas находится в группе с командой Cloud9. Им нужна победа вроде как как воздух, но Cloud9 не хотят оставаться на позиции номер 3 номер 4, потому что тогда они попадут на Team Liquid либо команду TSM. Поэтому им надо как-то повыше забраться, попытаться, чтобы выпасть на команду Golden Guardian. И из-за этого они будут сегодня пытаться победить команду Dignitas. Да и просто показать свой уровень игры. я думаю, с Dignitas и не справятся. Golden Guardian одолеет 100 воров, потому что 100 больше ловить нечего. Ну и Golden Guardian на самом деле показывали оба матча хороших, которые проиграли. А ту победу, которую они одержали над Counter Logic Gaming, она была разгромная за 22 минуты. Я вообще считаю, что эта команда могла быть 3-0. Просто вот как-то чуть-чуть не свезло. И вот сегодня у них против партии я считаю что победа будет за ними и волджиница против команды flyquest и сегодня для меня закончит 1-3 и либо они либо dignitas и выйдут и я даже не знаю кто кстати выйдет при таких условиях и ничего не помню но скорее всего dignitas потому что они одержали победу над флайквестами да не помню просто и как какой здесь регламент если будет равенство очков допустим и mortal тоже 1-3 сыграет как будет это учитываться ну, а флайквесты почему же проиграют команде Evil Genius? Ну, те ребята точно знают, им нужно первое место, и они будут точно играть самой слабой командой в группе А. И первое место со своим скиллом они точно могут брать, тем более, что флайквесты не очень хорошо играли пока что. Этот, я думаю, результат банально предсказуем. Team когда против TSM. Многие ждут этой встречи. Я лично считаю, что Team когда выглядели пока что в первых своих трех играх гораздо более эффективно, нежели TSM. TSM даже еще мету ищут. Они ее не смогли до сих пор найти найти. Связано это с тем, что большинство их игроков не играют чемпионов, которые сейчас мега популярны и мега сильны. Тот же самый Хуни не способен отказаться от своих э, тролло пиков и уйти просто в, банально в Грагаса, либо банально в камилу. Кто не знает, в Китае и Корее в основном на топе играют только этих двух чемпионов. Всех остальных э, просто не используют. Контр-пиками тоже старается не играть. Иногда с горем пополам находит Джейса под Паук сетап но это реально с горем пополам. Ну и последняя игра на сегодня это Immortal против команды FlyQuest. но ну, здесь я отдал предпочтение FlyQuest. Просто потому, что Immortal весь этот чемпионат играет крайне слабо. Ну, а FlyQuest должны же хоть когда-то одержать победу, либо нет. Ну, и должно быть еще кое-что, а именно Перевес Ликариша над Ревенджем. Ревендж, наверное, самый слабый топ среди всех американских команд. Сейчас я так по пощелкаю. Но вообще, да, Ревенджу... Revenge... Вот Соло, но Соло не будет, будет Финн. Финн уже подтвердил, что ему визу подтвердили. В интернете это выложил. Так что Финн уже переезжает в Америку совсем скоро. Так что он будет точно играть за команду CLG. С Броксой все еще пока непонятно. Брокс... Brox... Опять не может получить визу в Америку, как и было в прошлом году. А, в позапрошлом, получается, году, когда он ехал в команду Team Liquid. Теперь он переезжает в команду CLG и все еще висит э, открытый. Как э, неизвестно, будет ли он в начале сезона, либо чуть позже подъедет. Но Фин уже приедет. Ну вот Соло самый слабый. А так Ревенш самый слабый. И получается, что Ликариш, Наверное, вокруг него вся игра будет построена, если флайквесты совсем уж не дурачки. И таким образом они должны будут одержать победу над командой Immortal. Поможет ли им это выйти по моим подсчетам будет у нас 1-3, 1-3, 1-3. Следовательно, там должна быть переигровка. И если все же будет переигровка, то выйдет Dignitas и Immortal. Все равно, но, но... переигровочка может и не быть, если FlyQuest сегодня проиграет. Ну, такой вот prediction я поставил. Если он вам не нравится, ставьте лайки. Если он вам нравится, ставьте тоже лайки. Оставляйте свои комментарии. Ну и давайте смотреть, что у нас там э, в Европе творится. Я сегодня это стримить не буду. Просто э, завтра, возможно, расскажу вам, и как раз таки во время а, рассказа по Америке, что там произошло, расскажу о, и по Европе. Тоже какие-то интересности, давайте так это назовем. Ставьте вот теперь лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока, всем счастливо. Даже на то, что первое, прям, захватывает. Интерес. День. Сразу же после этого Astralis против SK, против Excel. Vitality... Я тоже умею читать буквы.